Вот я вам каждый день говорю, змеи, змеи, боюсь, боюсь. Видите, вот не можем выйти из дома сегодня. Вот, детей надо срочно вести к стоматологу. Мы утром вылетели, потому что опаздываем. Вот лежит красавица. Просто меня уже потряхивает от этой живности. У некоторых таких змей с таким раскрасом есть вот эти хвосты, как они. Да, гремучие. Гремучие. Эй, держи его. Он же у нас вечно. Макар, не ходи сюда. Всем добрым утром. Я сегодня как агент 007 в очках и не выспалась совершенно. Сейчас для меня раннее утро, 9 утра. Мы выдвинулись к врачу. Сегодня девчонкам нужно посетить стоматолога Еве и Никольке. Я их везу, Лера осталась на хозяйстве с детьми. Вот. Как, мандраж есть? Перед таким врачом вроде нет. У них... Ева говорит, перед таким врачом вроде нет, а у меня это единственный врач, наверное, перед которым у меня нереальный мандраж. А ты как, Никусь? А мне не страшно. А Нике не страшно, она там не была ни раз практически. Ни раз, я не в 7 лет. В далеком детстве, да, в 7 лет, и все. Вот, поэтому едем, посмотрим, что нас там ждет. Мне непривычно себя не видеть. У тебя такой голос с утра хриплый. Угу. Голосок у меня тоже ангельский, он у меня еще спит. Красавицы мои, как настроение? Отлично. Теперь страшно. Теперь страшно? Вот мы приехали в клинику. Сейчас пойдем внутрь. Девчонки уже заполнили все бумажки, сидят, ждут. Страшно. Страшно? Очень страшно. Кто первый пойдет? Как вы думаете? Чтобы уже отмучиться. Со спокойной душой сидеть. Зачем ты настраиваешься мучиться? А мне посмотреть, как его. Разве поход доктору может быть немучительным? Блин, у меня такой голосок ангельский, просто вообще капец. Разбудите меня кто-нибудь. Ну, ждем, да? Надеюсь, я как ничего не видит вас. Ну ты как, счастлива? Да, теперь мне очень страшно. Чуть-чуть. Николь сказали, что у нее все хорошо. Зуб мудрости только один. И у Евы тоже. И у Евы тоже. Почему, не знаю. У меня остался один молочный зуб. Бэби зуб тоже один остался еще. Кариеса нет. Кариеса нет. Но может начаться. Лоска лучше чистить. Но они придут, сказали, пятнышко тебе должно покрыть, я так поняла. Да. Еву ввели в другой кабинет, как взрослую одну. Они там делают чистку. Мы с Николь сидим здесь за горами. Сейчас ей должны тоже прийти покрыть эмаль. Мы ждем. Самое ужасное, это когда вот я сильно волнуюсь, меня, я вспоминаю смешные видео, я хочу смеяться. И она мне рот смотрела, а я там смеялась. По-моему, тебе очень миленькая попалась, та же самая, которая, по-моему, Мишель смотрела. Бедная. Ей не повезло. Бедная Мишель или она бедная врач? Тебя. Врач, конечно. Она только тебя, наверное, увидела, Саша такая. Привет. Эти дни меня почистили. Тоже все? Да. Больно было? Ну, какие у тебя ровные зубы? Вообще нет, не больно, просто когда у нас струя сильно как будто десну дерет. Я просто тогда сжала руки. Она их полировала, так смешно все. Ну классно, покажи хоть нам. Я не знаю, есть что-то. Чего у тебя такие ровные зубы? Что-то видно? Ну, видно. А там все. А у меня, смотри. На карисе ничего нету, классно, счастливые дети. Вы в папу, вы не в маму. Мама по жизни на карис добивает. Я ее вообще не понимала, когда что-то говорила. Вот, и Ника тоже не понимала свою. А что это такое? Нет, почему? Я понимала, нет, у меня испанка, она говорит, она за маму а, мне да, говорит, она так быстро говорит, go down, я спускаюсь, ну, как бы нужно было пониже звать, она такая, no, go up.
Блин, так вот надо. Да, и голову. А Ника тут ржала, пока я зубы смотрела. Потому что когда я волнуюсь, я вспоминаю смешное видео. Я помнишь, про Шрека тебе показывала? Так, а что вам нужно так делать? Ну, я не знаю, ей покрыть что-то там надо. Ну, написала. Помнишь, про Шрека я тебе показывала? Я вспомнила, я теперь так смеялась, а мы не слышали. Ради побега и стали, да? Ева разглядывает свои зубы. Мне там в каждую щельку залезала, она мыла всем, там, чем может. Долго? Ну да, прилично. Потом в конце она дала вот этот стаканчик жидкости, ты должна так прополоскать, и она туда вот этот фен, или как он называется, угу. Который, ну, воду, который всю воду засасывает. Do not close your mouth, я такая, окей. Она потом говорит, close your mouth, я такая закрыла, говорит, если бы ты, говорит, закрыла раньше, все бы было бы на твоей одежде. Я такая, окей. Она вообще какая-то смешная. Да. Так, тебе что-то поделали уже? Просто смотрите. Я когда на палке ковыряли. Смотрели, что мое имя, ну, как-то неправильно, как у них Николь, NICOLE, а у меня NICKOLE. Надо поменять будет документы. Никол? Я такая, Никол. Окей. Надо будет обязательно поменять документы. Да, у нас все просто невозможно. Имена. У нас все имена, это просто кошмар. Испоганили этой транскрипцией. Будь здорова, дочь. Ева как Ива написано. Да, мои новые учителя, которые у меня попадаются, они такие, извини, но как ты говоришь свое имя? Я не хочу тебя просто обидеть, да. Неправильно сказать. Ну, я Екатерина через Y почему-то вообще, хотя у меня с буквы Е имя начинается. Короче, весело. Ну ничего, поменяем. Со временем. Никусь, ты такая красивая. Спасибо, у мамы. Мама, не, ну меня волнует, почему у вас один зуб мудрости. Сейчас у нее смысл. Может, еще вырастет? Нет. Ну там она зачатки видит же, она их не видит. Вот в смысле, видела бы, но она их не видит. Видишь, зубы? Вот видишь, у тебя один, два, три. Когда полируют уже? Да. Ну, это чувствительная эмаль, да. И вот когда лимон ты ешь, потом кусать тебе. Аскома. Вот такое же неприятное. У Николь на передних зубах вообще тонкая эмаль. Я надеюсь, она сейчас это перенесет стойко. Я прежде чем в кресло сажусь, говорю, вы мне будете ждать прикол ставить. Ну, я такая, вот, ладно, тогда я к вам сажусь. Страшно вообще. Я уже набуюсь уколы. Человек говорит, который раньше ставил по 7 уколов в день. Ну, это другой, там иголочка такая. А тут думаешь, что? Такая. Ну, она тоже тонкая. Тонкая, не тонкая. Ты сегодня сахар мерила вообще, красота? Да. И какой был? 117. Озвучьте на камеру. 117, озвучили. Слава Богу. Мы сегодня мне все-таки сделаем маникюр? Это у тебя надо спросить, не у меня. Нет, я говорю, как ты думаешь? Не знаю, я думала, мы вчера или сегодня, мы вчера уехали, поэтому... Ничего не получилось. Мы едем домой. У нас все хорошо. Девчонкам почистили зубки. Сказали, все отлично. Придем мы в октябре. В следующий раз, чтобы Николечке нанести эмаль, короче, искусственную. Там у нее на одном зубике тонкая эмаль. Надо его покрыть. И все. Остальное все отлично. Стоило это нам 0, потому что у детей страховка. Вот, как я им завидую. Так что с нас ничего не взяли, отправили в освояси. Сейчас мы заедем, купим корм нашей Ребекке. И я надеюсь, сегодня нам удастся. Я сейчас прибегу быстренько, выложу видео вам интересное. Очень интересное видео. И постараюсь быстро позавтракать. И сегодня мы с Евой запланировали сделать мне маникюр. Потому что я уже давно прошу обновиться. Девушка мне каждый день предлагает, но у нас то одно, то другое. Вот, поэтому сегодня наконец-то, думаю, все получится. Ну, короче говоря,
обычный день, сидим дома. Да? А, ну еще сегодня школа с Мишель. Нужно сделать с ней сегодня несколько уроков, потому что мы несколько дней не занимались, так как мы уезжали. Вот, сегодня надо будет поднапрячься в этом плане. Ну, Николька обещала нам помочь, да, Николь? А? Ага, Николь, как всегда, в наушниках. Ничего не слышит. Мы приехали в клинику ветеринарную. Сейчас пойдем купим корм. Ирка попросила. Че, идете со мной? Угу. Пошли. Кто с кем еще идет, конечно. Ой. А можешь ли опустить, я даже пин-код не знаю. Hello. Hello. Так, кажется, там было вот этого, да, достану. Угу, что? Ребекка. Домой. Я пальцами своими везде залезла. Мы тут я тут заканчиваю мойку. Протерла все, что нам не домыла автомойка. Вот такая красавица у меня чистая. Тут, конечно же, мужичок. Выливай все под дерево выливай, сынок. Помощник маме. Да ты моя радость. Вот так. Ноги обрызгал. Непорядок. Николь, включи шланг, по-моему, ножки, пожалуйста. И тряпочку его надо сполоснуть, убрать. Иди сюда, Николь, тебе ножки помоет. Он включенный, зайка, включен, побежал включать шланг. Давай, ножку давай, Николь, все помоет. Ау! Весь покусанный, весь просто, невозможно. Какой-то, эта неделя просто у нас комары взбесились. Сына, покажи вавочки свои. Сына, вавочки на ножке покажи мне. Нет, иди сюда поближе. Покажу. Стой. Вот такие укусы. Ручку дай. Не, на ручке. На какой ручке было? Да, блин, не дается. Вся спина, пузо, все, блин, покусано. О, она увидела, что шланг. Давай тряпку полоска. Не домыли тебе. Не домыли тебе ножки. Не домыли. Что у тебя во рту? Сына? Конфета? О, две, что ли? Ну-ка, открой рот. О, боже! О, покажи, покажи быстро. Две конфеты? Угу. О, кто дал? Кто тебе дал сразу две конфеты? Макар. Кто? Кто дал? Я. Ты сам взял? Да. А кто разрешил? Папа. Папа. Ну, что папа разрешил? Папа даже дома нет. Ну, тебе вчера разрешил? С карамелькой за обе, за обоими щеками. На тряпочку помой. Сына, не надо, ветром на маму все. Сына! Ну, блин. Вон, на тряпочку свою полей. Ничего, тут все опять обрызгал. На тряпку полей на свою, но на машину не надо. Вот, хорошенько ее давай. Вот так. Еще, еще, еще. Ой, соседку хочешь полить, увидел. Что, девушка нашла камни? Ева у нас сегодня больного пересаживает. Мама купила цветочек, уже сколько месяцев не может его пересадить. Нет, больше половины. Да, Ева сегодня его решила реанимировать. Да хватит, малыш. Там, знаешь, что, надо было, было большие, но чтобы они... У меня камней вообще нету. Кору возьми, несколько кусков, на дно положи. Да, просто, чтобы земля, да-да, чтобы земля дырки не забила, и все. Такие большие куски, чтобы они над дырочками лежали. Там вообще дырочки есть, дочь? Горшки. Пойдем посмотрим. Там одна дырка.
Одна дырка? А, ну вот одна, тем более тебе 2-3 коры. Возьми толстые, все. Вот у нас больной. Ему уже тесно, уже корни все поплели. Макарушка, не брызгай сюда, котенок. Мама сейчас уйдет отсюда потом. Не брызгай. Здесь два растения, вот одно беленькое уже лысое, второе еще нормальное. Девушка сейчас его перевалит в другой горшочек и посадит. Она поняла, что пока она маму дождется. Ну, дочь, у него корешки беленькие, здоровенькие, все нормально. Сейчас быстро пойдет рост. Ты хулиган? О, нельзя, Макар, нельзя! Макар, я сейчас... Так, я знаю, что с тобой сделать. Один способ. Нет! Да. Не, нет, а да. Да. Черт. Ай! Блин, говнюк, у меня все облило. Представляете, в наглую. Ну-ка, есть у тебя еще вода? Посмотри. Ну, блин, есть. Ева, куда она закрывается? Что-то я не могу. Вообще, вроде в эту сторону, а почему она у него еще есть? Видимо, там еще в шланге осталось. Сейчас мы выглянем, глянем. Блин, у него еще напор такой приличный. О, о, кончилось, кончилось. Все. Никитыч. Все. Сейчас должна кончиться. Да ну-ка, побрызгай. Еще. Кончается вроде. Не, ну это не может быть. Макар, ты мне всю машину уже обрызгал, ну и остолоп, а. Ты посмотри, что ты маме сделал. Ева, дочь, прости, пожалуйста, что я тебя отвлекаю. Ты можешь выключить шланг? Мама, руки. Ага, 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 ага. Давай, иди сюда. Ага, охрана побежала, шланг не дает выключать. Сейчас я его быстро угомоню. Никто так с ним не справляется, как девушка. Меня вообще не слушают. Папа, Ева, вот твой авторитет у этого ребенка. Сейчас вода твоя кончится, и все, больше мы тебе не слушаем. Ева, что-то она так мощно бежит. Ну-ка, отойди. Пошла я делать начинку. Вон, смотри, Макар. Ты его на меня хочешь? Нет. Я хотела сказать, иди тряпку повыше. Ну, нет, смотри, я хотела сказать вообще на тебя. Но потом я увидела у тебя в руках. Да, я тоже так подумала. Передумала. А где не кот делась? Мне надо же идти делать начинку. А там Лера, по-моему, делает. Но она просто почистит, а я должна ее порезать. Потому что если ждать, пока я порежу Леру, это будет очень долго. А нам надо еще ехать за комплектующими для видео снять. Макар решил перемыть все в этом доме. Так, это нельзя мыть тряпкой мокрой. Отойди оттуда. Блин, вот балбеса. Быстро отойди. Зайдешь домой, понял? Вон велосипед свой мой, смотри, какой грязный стоит. Мотоцикл свой. Давай. Байк. Вот. Это ищешь. О, прям отлично, да? Вот что ты сделала? А, зачем по дереву тряпку кидаешь? О, господи. О, господи. Беспокойная хозяйка. Ты что, карамельки свои еще не съел? Макар, у тебя полное ведро листьев, как будто у нас тоже осень.
Где ты их взял-то вообще? Знаешь, что осень в США начинается с 23 сентября. Официально? О, слышали? Осень в США начинается 23 сентября. У нас все не как у людей. У нас сегодня на ужин будет курник. Девчонки тесто уже сделали, оно в холодильнике. Лера работает над начинкой. Ой, прискакал. Макар тут делал слайм, тащится. Любишь слайм? Ой, не представляете, сам себе замешивает, сам добавляет всего. Ника только наблюдает и корректирует пропорции немного. Но в основном все сам. Это твой слайм упал вверх? Как это упал вверх? Вниз упал. А, вот так. Давай, кидай. Опа. Ну, он у тебя крутой получился, очень. Завтра будем делать видео на детский канал. Будем делать слайм. Вот у него тренировки. Короче, это бесконечно. Я сказала на полу, не на столе. Прилипнет и потом что буду делать? Хотя оно у него вроде классно. Жвачка это. Мам, а лук, тебе можно прямо в это добавить? Картошку? Да, ее в большую чашку засыпаем, и сейчас все равно будем смешивать. В общем, вот так, сейчас. Да, вот сюда вот добавляем лук, и мы сейчас картошку с луком смешаем, и все. Николечка, достань мне перец и соль, пожалуйста. Мама теперь... Он приятный, да, холодненький такой сон. Для меня приятно то, что он не липнет. О, Господи, Макар, что ты сделал? Вот, блин, я... О, май гад! Снимай, Ника, скорее! Нас папа сейчас убьет. Господи, долбанный этот смотр. Может, сейчас папа приедет, там лысый будет? Ну-ка, эмоции, пацаны. Макар, ты что наделал? Очень смешно. Лед! Льдом только это... Блин, ну это же не жвачка, чтобы ее морозить. Нет, мама, она работает. Я всегда... Тоже работаю? Ты всегда так... А водой что-нибудь моешь? А что орешь теперь? Зачем ты это сделал? Да? Стой, не надо так... Девочкам волосы это так, когда слайм липнет. Мама дорогая. Макар, ты сейчас лысый будешь. По-другому, чтобы она была такая зубцами. Какая такая? Зубцами. Сейчас поедешь к Лене. Я после она ничего с этим не сделаю. А почему? Машинка? Не вычесывай ее, мне кажется, ты сейчас все волосы соберешь. Блин, девочки, сейчас нам капец будет. Я знаю. Нет, вычесывай это время. Мака, Николь, подожди, уберись. Видишь, Лед работает. Да? Да, сейчас, подождите, я ваш лайфхак сниму. Да, темно просто. Сейчас свет добавлю. Короче, кому попадает... Черт. Слайм на волосы, работает на лед. На одежду, льдом морозим и быстренько снимаем кусочки. Тоже это будет. О боже. Да там уже фигня, главное, с волос снять. Николь, свою руку убери. Макар, ты Макар, не убери еще мне. Терпи. Хулиган, зачем это сделал? Короче, он разложил его в лепешку на полу и решил сделать стойку на голове. На подушке. Вот это у него получилось. Блин, Макар, ну ты... Весело, креативно. Отжигаешь, Опа. А? Да. Что? Ты слайм с добавками сделал? Боже мой, кошмар. Черт. Ужас какой. Девки, а если бы вы у меня были... Это... Не трое вас было. Я бы что одна с ним делала? Какое счастье, что вы у меня есть. Пацан, ты хорошо, молодец. Главное, до папиного приезда. А то папе только повод, да, его на лосо. Точно, Лерка. Никогда. О боже, блин. Ева, льдом маш прям вот так у себя в руках. Ну, она от льда выходит. Ты льдом по этого, и оно выйдет. Фуф, ну уже даже если придет, не поймет, что там. Скажи. Фу, какие они у него. Быстро в ванну, Макар. Купаться быстро. Нет, не трожь слайм. Купаться. Ника, убирай слайм баночку. Пакетик куда-нибудь. Сейчас, Ева, она в баночку уберет. Ты искупаешься, волосы надо отмыть. А то они у него все в порошке. А то сейчас папа выкинет твой слайм. Надо быстро идти искупаться.
Посмотри на маму. На маму посмотри. Блин, караула. Сладкий. Да какой сладкий, у него еще на макушке осталось. Макар, пошли мыться. Да какой сладкий, пошли мыться. Так, Ника, ты, Ева, катай, пусть Ника им занимается. Да я Да-да. А кто будет катать? Надо уже эту духовку включать. Моя красавица уже раскатала все. Блин, папа у нас не в форме, не буду снимать, ладно. Все, выкладывай, Лерчик, выкладывай начинку, я его сейчас вторым накрою. А я же не могу, у меня же руки заняты. Ой, это так удобно снимать влоги, это просто шикарно, особенно когда у тебя такие девчонки большие. Такая просто. Да, мы в семье все делаем руками, если кому-то противно, сори. Но мы так готовим. Все руками, никаких ложек. Потому что у вас такие объемы, что ложкой замучаешься черпать. Хватит? Угу. Наверное, да. У меня сегодня не работает моя программа. Я не могу выложить вам видео. Просто не конвертит и все. Я уже перегрузила комп, почистила кэш. Не знаю, сейчас будет попытка номер 7. Я ставлю его... на экспорт, она мне пишет 40 минут, я прихожу через 40 минут, он мне пишет, осталось 17 часов. Короче говоря, целый день мучаюсь с этим видео, с последним. Ну, надеюсь, что сегодня я его добью. Все, девушка, можешь накрывать. А вы духовку, Лерочка, включай духовку, а то так и не включай никто. Снизу засчитывай. Ты моя умница. А я. И ты моя умница. Так, можешь красиво сделать? И ты моя умница. Переплет. Итак, наш красавчик готов отправиться в духовку. Чуть позже мы его смажем. И ужин будет готов. А что Евушка тесто оставила? Надо из него цветочек взять. Ев! Ну как же без него, Ева? К тебе спешит помощь. Привет. Никак без него ничего не обходится у нас. Тут. Подожди. Весь покусанный мальчик. Эй, Ева, он тебе там уже косячит. Макар, не трожь! Аналогия правильная. Ну да, смысл он уловил. Макар, пожалуйста, не мешай Евушке, а? Зайка, просто сиди, да. Смотри, какая красивая розочка у Евы получилась. Сына, нельзя. Подожди, Ева сейчас сама должна. Ну, я понимаю, что ты помогаешь, но нам же надо, чтобы получился результат. Такой прям вау. Ты будешь есть розочку пить? О, все, склеил. Молодец, умница. Да такой помощник. Что мы без тебя делаем? Да, вообще. А он где-то? Соль не трожь. Леточка, забери, пожалуйста, соль, перец, а? Он сейчас залезет. Покажи нам. Ну, вот такая у нас получилась красота. Уже ужинаем, да, я? Уже давным-давно ужинаем. Макарушка, вкусный пирог? Лайк, угу. Покажи. Молодец. Мы просто были слишком голодные, чтобы показать вам самое. Да, очень вкусный. Приятного нам аппетита.